for you. Блин, вот это да. Господи, вот это вообще ужасно. Вот это кошмар. Да что ж ты? Антон, вокруг не объявляй. Вот. Ой, мама, мама. Там жир нету? Нет, жир. Оторвала хвост. Тихо. Какой, боевой или какой? Да, синий. Нет, гражданский. Который плак носил. Здоров, ой, погибли люди. Сейчас еще за расследование, сейчас будет труба. Песня. Ну где пожарный? Ну как же мне даже работать там? Вообще быстро. Так, пропускайте, спускаемся здесь, не стоим на проходе. Что ты который флаг носил красный, синий вот этот, белорусский или кто? Так это большой этот, Ми-8. Ми-8, да. Нифига себе. Летят. Летят. Это да. Летят, летят, летят. Чё, где гачки, блядь? Боевые, блядь. Хоть это, то ж такие. Как же это, давай, блядь, пены. Как ебаный в рот. А чё автобус попёр туда, блядь? Где везёт? Где? Там крыл, блядь, слышно, что он подает, ебаный, ниже бей, блядь, куда ты поливаешь? Там ниже бьет, дальше бьет, да нихуя, блядь. Сбивай, да подойдите ближе, что вы боитесь, блядь. Слышишь, так это Ми-8, да? Нет, это, по-моему, Ми-2, который с флагом с российским летал. Ми-2 маленький, да? Да. Ну, с российским-то больше летал. Не с российским, с красным флагом. Вертолеты России. А, вертолеты России. Ну, что вы, блядь, это вообще? Пены нет.
на 100%, да? А вообще, блядь, тупые, блядь, как пожарники, блядь. Тупые, сука, пожарники, блядь. Как пожарку увольняйся. А? Как пожарку увольняйся. Блядь, даже не знает, как его, ебаный его, да, блядь, я бы их поубивал, блядь. Thank you.